вокзале есть блинная, домашняя кухня. Вот кому в соблазн, пожалуйста. Здесь одежды, закуски, тысячи мелочей. Пойдем на ту сторону. А мы идем на свою платформу. Зашли в вагон. Хуже вагона я, конечно, не видела. Сидячие места, духота. И плюс нам очень повезло. Как я так выбрала? У самого туалета. Так, кстати, температура 28 градусов. Боже мой. Вот это да, веселая жизнь. Питер. Ладожский вокзал. Крыша в готическом стиле. Интересное решение. Время очень рано. 6 часов. Ладожский вокзал был открыт в 2003 году. Он считается самым современным двухъярусным вокзалом. На первом этаже пригородные поезда, а второй отдан под поезда дальнего следования. Очень уютный, красивый вокзал. Причем вокзал транзитный, не тупиковый. Здесь есть зона отдыха. Пункты питания. Маленькие магазинчики. Первый раз я на этом вокзале. Питер нас встретил, пока еще пасмурно, но и холодно. А окно-то круглое. Посмотрим вокзал. Ой, какой он красивый. Смотрите. Ух ты! Он новый. Нравится мне стиль перекрытий. Здесь какой-то магазинчик. Пока мы тут сидим на вокзале, на улице пошел сильный дождь. Набежали серые тучи. Пожалуйста, дождь. Поднялась на второй этаж. А здесь есть детская площадка. Нужны детские бахилы. Написано. То есть ребятишки здесь могут играть. Качельки. Карусельки. Посмотрим на город с высоты. Как вам? Раньше станция называлась «Дача Долгорукова», а теперь это Ладожский вокзал. В связи с открытием вокзала промышленная зона стала застраиваться жилым комплексом. Да, вот так. Пойдем дальше посмотрим. Что там? Народу не очень много. Уважаемые пассажиры, администрация вокзала убедительно просит вас соблюдать чистотой порядок вокзала вокзала. Поезд прибыл на Мурманск. Пользуйтесь удобно. Зал вокзала не курите. Не ставьте свои вещи. Вокзал потихоньку оживает, открываются бутики, маленькие магазинчики. Метро. Интересный вокзал, да? Дождик на улице. Сильнейший. Мы сели в поезд, и несемся. Смотри, какая струя воды. Скорость большая.
16. Мы в Хельсинки. Город встретил нас дождем. Мы идем в отель. Вот какие лужи. Вот наш отель. Вот будет сейчас. Вот это раньше мы останавливались в Скандик парк. А сейчас мы забронировали в Лазе. Ни разу не были. Сейчас как раз и посмотрим, что за это.